Всем привет! Наступил момент, когда нужно перепахать огород. Здесь вот у нас малина, рядочек осталось. Мы будем, наверное, досаживать дальше. Сейчас нужно это все перепахать, чтобы не зарастало. Тут у нас половина целина была. Вот второй раз пашем. Посмотрим, что с нее получится. А здесь уже можно и картошку посадить. Посадим в этом году. Главное не пропустить жуков потравить, как в прошлом году. Они у нас поели. А я пока поеду на мотоблоке, хочу перепахать в другом участке, где у нас саженцы. Доехал я вот до участка. С прицепом сейчас буду отцепляться. Вот здесь хочу между рядами, где клубнику сажали, перепахать. Кустики хорошие. Ну и там, где саженцы, тоже перепахать и посеять. Вот семена с собой взял. Синяк. Самый медонос. Медоносная трава. Пишут, но она будет цвести только на следующий год. Посмотрим, что получится. Сейчас одену фрезы, буду пробовать. Ну, вот так вот получилось. Получше, чем было. Рядочки видно. Где-то есть клубника, где-то нет. Может, еще урожай будет какой-нибудь. Так, теперь осталось с этой стороны. И раскидать семена. Здесь еще можно будет потом руками где-нибудь пройти. Так, кустики. Получше, чем было. Может, еще раз пройти. Попили водички. Работник отдохнул. Сейчас тоже дадим ему попить. Все, работник наш попил, поедем дальше. Вот так вот, в общем, получилось. Прошел везде между саженцами. Где-то по два раза, но все равно трава. Не знаю, что получится, но сейчас попробую раскидать семена. Посмотрим, зайдет что-нибудь или нет. Травы много сильно. Thank you.
Клубника, да? Всем привет, наши дорогие подписчики, гости нашего канала. У нас уже времени очень много, доходит 3 часа. Мы только зашли с Анютой из школы. Я ходила, забирала заказ, немного вам как раз по пути поснимала красоты. И у нас сегодня ужасный ветер, просто такой сильный, но светит. Солнышко, Максимка уже давным-давно из школы пришел, а Анюта вот только. И посмотрите, какую красивую веточку она мне подарила, сирени. Говорит, нашла. Да, включи свет, очень нормальный. Говорит, валялась на дороге, решила подобрать и маме подарить, да? Надо поставить ее в такую небольшую баночку. Да, так бы ее раздавила машина, растоптали. Будет стоять и какое-то время радовать нас. И посмотрите, сколько она тут принесла сладостей. Каждому давали по 3. Ну, у меня было вот таких конфет 3. Вот таких 2. Мальчишки отдали с класса Анюте, решили угостить. И вот пришла счастливая сладкоежка, да? Так, ну и все, давайте скорее сейчас пьем чаек, переодеваемся, выезжаем. И я еще ходила в Магнит, делала кое-какие покупочки и говорила уже ранее, что забрала заказ для Пасхи. И вот уже Анюте не терпится все посмотреть. Да, дочь? О, уже, о, смотрите, по пакетам. Ну, давай тогда быстренько сделаем обзор, что мы там купили интересного. Дочь, и посмотри, какие сапоги я себе взяла. Хочешь такие? Прям ярко-ярко-желтый, такой насыщенный цвет. Легкий, удобный. Там были и поменьше. Вот можно подобрать Анюте, но не знаю, захочет ли она себе такие, поэтому не стала покупать. Ну, примерь, посмотри, понравится тебе, нет? И, наконец-то, я дождалась. Вафли арахисовые. Уже прям так хочется попить чай с ними. Заказала целых 4 килограмма. Ну, ничего, знакомых угостим. Есть кому дать. Наташа дала одну пачку. Но они почему-то не любят. И дети как-то не очень у них к ним. А у нас, наоборот, очень любят. Все-таки решили быстренько разобрать пакет и вам показать. Отключилась, потому что Максимкин друг выходил. Все, пошел домой, наигрались. Ну и мы, потому что сейчас тоже уезжаем. И как пили чай, я посуду там не успела помыть, поэтому извиняюсь. И когда проходила мимо рынка, или как, я не знаю сказать, увидела, что продают клубнику. Сказали, что краснодарская, очень сладкая и вкусная, 300 рублей килограмм, но у меня тут чуточку меньше. Сейчас помоем, попробуем, потом вам скажу. Салфетки влажные купила, потом краску. Дети будут красить, такая вот перламутровая Пасха, серебряная рассада. Тебе нравится краска? О, давай, сейчас они упадут и все, развалится твоя башня. Такая краска и такая. Ну, здесь уже яйца идут поярче. Мы в том году красили точно такое же. Помните, какие они были яркие, красивые, вообще красочные.
И я вообще... И вы были красочные, все в краске. Да, и вы были все тоже в краске. Потом посыпку взяла. Вот, красивенькая такая посыпка, яркая. А, усталость, да что такое? Осталось у меня еще с того года очень много, поэтому будет достаточно. Потом утенок, доместос, щетка, в общем, для сковороды. Потом наши вот любимые Анютины любимые губки, посуду мыть моей помощницы. И вот все, вафли. Арахисовые надо будет их сейчас убрать. И купила, увидела. Я уже давно такую баночку хотела купить, но никак не получалось. Да, можно сюда маленькие конфетки, дочь, либо какие-то печенюшки. Но вообще я взяла вот сейчас нарезать вам пастилы туда. Буду резать пастилу сахарной пудрой. И вот поставить на стол. Дети тем более очень любят. Красивая такая вот баночка. Закрывается хорошо, ничего не высохнет. Ну, в общем, такая баночка. 199 рублей. И такие сапожки. Яркие, красивые. Не знаю, мне прям очень они понравились. Мне бегать на огороде, траву косить, да, дочь? Да. Тебе надо такие, нет, в огороде поливать? Еще был другой цвет, но мне понравился больше всего. Какой был? Этот. Ну, такие какие-то бирюзовые. Ну, тоже яркие, но... Вот этот вообще красивый. Да, суперский. И вискас котиком на тот случай, когда нет каши, еще там чего-то. Вискас нас выручает. Ну и, собственно, все. Сейчас Анюта идет, переодевается. Я ставлю чайник, да, будем пить чай. Рубашку сразу в стирку. Я не знаю, у вас парты такие, что ли, чистые. Все время вот рукав быстро очень грязнится. Ну и все. Или ты так ходишь постоянно? А нет, я всегда вот так хожу. Вот, видите, что делает? И вот постоянно вот у нее они серые очень быстро. О, вообще чумазые, грязнючие. В общем, все, моем клубнику тоже пробуем. И сейчас покажу вам наших маленьких... Туалетные утенок. А у нас сейчас туалетные цыплята, потому что мы их поставили ведь в ящики в ванной. И там такой... Аромат Гуччи, да? Сегодня будем... Да, там вообще у нас, конечно, аромат такой. И как хорошо, что у нас там есть небольшое окно, можно открыть, проветрить. Ну, а вообще сегодня будем им менять уже пеленку и опилки. Насыпем опилки. И надо поставить сирень же, а то сейчас вот пропадет. Такая красота. Ладно, всем хорошего дня. Отличного настроения. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Тороплюсь, поэтому все так быстро. Сейчас уже Сашуля приедет и будет на нас кричать, что мы еще не собрались и не стоим возле ворот, его не ждем. И вот эти милашечки. Посмотрите, как тут нагадили. Вообще, конечно, надо все это будет стирать. А сюда опилки. Но опилок хватает надольше, конечно, чем вот какой... либо тряпки. О, съели все. Надо досыпать и водички долить. Хм. О, какие уже хорошенькие, пухнатые, да? Мы в Мичуринске. Хотела вам показать. Тут вовсю идут дорожные работы. Ремонтные. И пока сейчас выглядит все это вот так. Уже подъезжаем, но у нас через 600 метров поверните направо на Гоголевскую улицу. Есть время еще посидеть минут 10. Ну и наш путеводитель нас сопровождает до самого места. Вот видите, какая дорога. И ветер просто не прекращается. Ветер сегодня, конечно, очень сильный. Ну и немного вам Мичуринска. Это центр, рынок. Любим сюда ходить. Кафе-пицца. Нравится.
Я тут сама ничего не знаю, поэтому особо вам и рассказать даже не могу. Где что? Разошлись по разным кабинетам. Меня уже вызвали, а Александра Николаевича нет. Пожелайте мне удачи. И видели там сколько народу? Сегодня прям вообще очень много. Но, наверное, из-за того, что выходные, поэтому хочется всем все вылечить, чтобы ничего не беспокоило. Ну все, вдох, выдох. Погнали. Ну все, я вышла, зашла ровно, было 4 часа, сейчас без 15, 44 минуты. Иду сейчас на кассу и все. Едем домой. Кстати, народу уже нет. Все сошлись. Время у нас доходит 7 часов. Приехали домой. Дети зашли тоже с улицы. У нас такая холодина. Вон замерзли. Носы красные. А мы сейчас меняем с Сашулей подстилку нашим цыпкам. И пригодилась нам коробка из подробота-пылесоса. Ну, дочь, помогай папе. Аккуратно. И, кстати, что хочу сказать, не обманули нас, правда. Клубника оказалась очень вкусной, прям как домашняя, сладкая-сладкая. Ну, как ни крути, все равно лучше домашней нет. Вот осталось совсем чуть-чуть. И там у нас, видите, в пакете опилки мы уже приготовили сухие, чтобы тряпку убрать и уже насыпать туда опилок. Кричались. Главное, где спят, не так сильно, да? Загадили. С одной стороны только. Ну, с одной стороны только. О, какие чистоплотные, молодцы у нас. Ау! Головой, дочка. Разорались тут. Загадили уже все, вредины. Еще сюда немножко, да хватит. Угу. Да хватит уже. Еще немножко. Как вкусно пахнет.
поменяли пеленку бройлером, потом помыли инкубатор, все убрали, и вот приехали в Пятерочку немного закупиться к Пасхе. Но уже дома покажу, что купили, и вообще решили все купить сегодня, чтобы завтра никуда не ездить и не отвлекаться, тем более Сашуля хочет уже начинать потихоньку строить, делать брудер для цыплят. И, кстати, пишите, будете ли вы печь куличи. Сейчас покажу, какие у нас продают Пятерочки, какие цены. Ну, смотрю, разбирают. И, кстати, ты вообще сегодня приветствовал, нет? Наших подписчиков. Да, всем привет. На, держи корзинку. А? У нас, знаешь, сколько дома риса? Как всегда, экономим. Зачем нам комбикорм, когда есть вот разная сечка и пшено. Да? Тогда вырастут большие, упитанные, желтенькие бройлеры. И сейчас пройду до прилавка, где продают куличи. И посмотрите, прилавки полупустые. Сразу видно, что люди готовятся. Тут какие-то прям фирменные такие красивые. 319 рублей. 319. Такие вот малютки. 254 рубля. Небольшие. Ну, мы никогда не покупаем. Мы всегда сами с Анютой любим украшать, яйца красить, куличи печь. Вот прям тоже такие красивые. Ну, 115 рублей. Я не знаю, может быть, ценник каких-то других, но они прям не маленькие. 234, 199. Все, тогда идем дальше, смотрим. Потом надо заехать к Вере Дмитриевне и забрать яйца домашние. Спасибо ей большое. Изюм надо еще, кстати, не забыть, муку посмотреть. И вот сейчас просто кружусь, смотрю, чтоб ничего не забыть. А то когда торопишься, и все просто вылетает из головы.